Лекция на тему информационный раздел. Информационный раздел состоит из 4 пунктов. Первый пункт — это комната для отдыха. В данной комнате сотрудник департамента Санфьера может отдохнуть, но не должен превышать 10 минут отдыха. Если вы превысили, вам будет выписан выговор в личное дело. Второй пункт — это транспорт по должности. Если вы берете служебный транспорт в своих целях или берете его не по должности, вам будет выписан выговор в личное дело. Автопарк СФПД состоит из таких машин, как премьер, мотоцикл, ранчер, эвакуатор, энфорсер, водомет. Премьер доступен с должности офицера полиции первого класса. Мотоцикл доступен с должности офицера полиции первого класса. Ранчер доступен с должности сержант. Эвакуатор доступен с должности офицер полиции третьего класса. Энфорсер СФПД, да, энфорсер просто, доступен только на митингах или ЧС. Управлять данным транспортом можно только с разрешения шефа или замшефа полиции. Водомет доступен только на митингах или ЧС. Управлять данным транспортом можно только с разрешения шефа. Шефа и замшефа полиции. Простите. Ты ебаная собака, мне весь фраг.